Более 300 талантливых детей со всей страны приняли участие в фестивале детского творчества «Российский восход». Он проходил на базе Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке. Коллективы победителей региональных конкурсов соревновались в номинациях «Вокал», «Хореография», «Инструментальный жанр». Кузбасс представили два коллектива, один из них – вокальный ансамбль «Юность» из Междуреченска. Эмоциями от поездки школьники поделились с Дарьей Артамчук. Вот так приветствуют участников ансамбля. Они вернулись из Владивостока буквально вчера. И уже сегодня в родном Доме культуры «Юность» на пижамной вечеринке они делятся эмоциями. Нас в ансамбле 7 человек. У нас была конкуренция неимоверная. Было очень много людей, которые выступали даже лучше нас, кто-то может и хуже. Люди были с разных городов, Хабаровск, Камчатка, вот Алтайский край. Их было очень много. Со всей России приехали. Ансамбль «Юность» исполнил на фестивале две песни. В своей номинации «Эстрадный вокал» они стали дипломантами. Это успех, признаются участники. Ведь сам ансамбль сложился полтора месяца назад. И уже первые результаты. «Российский восход» – это один из крупнейших фестивалей детских художественных коллективов на Дальнем Востоке. Артем Батов поехал случайно, но творческая атмосфера поглотила и его. Очень много заполнилось. Отряд прикольный был. Очень красиво там. Вдохновило. На что? Наверное, на гитаре научился играть. В течение 21 дня ребята активно участвовали в жизни лагеря «Океан», посещали экскурсии. Но всегда приятно вернуться домой. Тем более для многих ДК «Юность» – это буквально второй дом. Мария с 3 лет занимается здесь творчеством. Ну, мне тут просто нравится. Ну, я сродилась со всеми, мне не хочется куда-либо уходить. Благодаря этой поездке участники ансамбля обменялись опытом с конкурентами, развили творческий потенциал, повысили уровень исполнительского мастерства и в целом заявили о себе. Дарья Артамчук, Екатерина Борисова, новости «Мой Междуреченск».